Всем привет! Сегодня я расскажу о том, что нас ждет в игре Last Oasis в ближайшее время. Последняя неделя показала, что разработчики удачно смогли стабилизировать серверную часть и оптимизировать базу данных. Они работают над изменениями и улучшениями игры. Также добавят много нового контента. Будет добавлен новый ходун Моллюск. Это небольшой ходун, первый в своем роде с закрытой кабиной. В кабине можно будет разместить станки, сундуки или рулевые рычаги, для того, чтобы водитель был в безопасности. Но при этом снижается его обзор. Будут добавлены новые виды карт для исследований. Улучшено поведение существ. Также введут систему вайпов Оазис. По задумке разработчиков, солнце будет выжигать Оазис с запада на восток. Из нового также будут добавлены метеориты. Они будут при падении создавать кратеры, богатые железом и другими материалами для крафта высокоуровневых предметов. На данный момент команда разработчиков, помимо подготовки к большому патчу, пытается решить самую актуальную на сегодняшний день проблему – проблему зеркланов. Многие кланы охотятся за небольшими кланами или соло-игроками для рейда несущественных ресурсов или банального удовольствия. Основной причиной такого поведения до недавнего времени было отсутствие высокоуровневого контента, заблокированного на хардкарте. В данный момент, когда стали доступны захват оазисов, взаимодействие между игроками стало менее агрессивным. Игроки внутри захваченного оазиса приносят бонусы за добычу и торговлю тогда, когда они в безопасности. И это поощряет большие кланы избавлять оазис от пиратов, а не убивать мирных фармеров и торговцев. Когда начинаются клановые войны за территорию, нападение на случайных кочевников из-за дерева или кучки ресурсов становится бессмысленным. Разработчики активно работают над системой поощрения игроков за защиту одиночек и маленьких кланов. Также, если у вас есть вопросы или дельные предложения по улучшению игры, вы можете обратиться к разработчикам в их Discord или на официальные форумы, ссылки в описании. Если видео было для вас интересным, подписывайтесь, ставьте лайк. С вами была Греда.